медью увлеченно трудятся ветераны. Известный специалист в области металловедения, заслуженный деятель науки и техники профессор Александр Николаевич Добровидов отметил 50-летие жизни в науке. Завидный юбилей. Александр Николаевич помнит первые шаги на пути к вершинам знаний людей, которые стали потом славой нашей страны. Так же, как и нынешнее поколение студентов-политехников, занимали места в этих аудиториях будущие герои социалистического труда и герои Советского Союза, лауреаты Ленинской и государственной премий, академики и члены-корреспонденты Академии наук, заслуженные деятели науки и техники. Всегда на переднем крае науки и подготовки кадров. Это девиз ученых института. Мы находимся в лаборатории ректификации. Доцент Елена Михайловна Смоленинова. Эти установки предназначены для разделения нефти на фракции. Здесь мы получаем бензиновые фракции, керосины, дизельные топлива, реактивные топлива, масляные фракции, которым в последующем даем детальную оценку как сырья для получения товарных продуктов. Во всех наших работах самое активное участие принимают студенты 4 и 5 курса. Они получают самостоятельные темы научно-исследовательские и занимаются их разработкой, как правило, непрерывно на протяжении 2 лет.